сегодня хотел бы провести маленький такой вот видео ночной обзор фонарика на ультрафиолетовом светодиоде фирмы Cree XML-T6 мощностью 10 ватт. Конечно, ввиду того, что свет весьма тусклый, видимость не очень хорошая, но можно, однако, заметить кое-какие такие вот необычные особенности, когда вот мы освещаем им такие вот яркие наклеечки, на которых можно прочитать Protect from freezing, беречь от замерзания. Ну, в этом свете можно увидеть кое-что интересное, но, к сожалению, камера из-за того, что свет тусклый, так не показывает ничего, чтобы можно было бы увидеть в этом свете интересного. Давайте подойдем, поднимемся, цветы посмотрим. Вот так вот выглядят в ультрафиолетовом свете с длиной волны 395 нанометров цветы. В частности, вот это вот зеленоватым цветом на камере видно, как будто бы это белый, это налет. Налет, который образован от подсыхания воды, которая поливая. Налет либо осадок. Вот тут вот цветки с цитронеллой тоже такой оттенок интересный имеет. Вот это вот в таком свете так у нас выглядит каркаде. Так вот светится междоузле у герани. Ну и, наверное, ничего особо другого очень интересного я показать не смогу. А вот так вот светится цветочки интересно. Как будто бы не ультрафиолетом, а как будто бы фосфорицирует. Тут, правда, конечно, не видно очень. Может быть, далеко я, сильно близко, вернее, свечу. Ну, вот так вот фосфорицируют цветочки. Вот. Ну, на этом бы я хотел закончить свой видеообзор. Ночной обзор фонарика на ультрафиолетовом светодиоде фирмы Cree мощностью 10 ватт и длиной волны 395 нанометров. Всем большое спасибо за просмотр.